книги как жили, так и остаются жить. И хорошо, что наши люди все-таки читают. Такими мыслями поделился со студентами генеральный директор татарского книжного издательства. Ильдар Сагдатшин посетил родные стены Казанского федерального с мастер-классом. Он рассказал об издательской деятельности. Многие не воспринимают ее как журналистику, хотя издательство продолжает входить в структуру средств массовой информации. Мы в любом случае взаимосвязаны. Если мы хотим вырастить профессионального журналиста, мы должны сделать так, чтобы у него было много знаний. Ведь меньше ошибается только тот, кто больше знает. А для того, чтобы было больше знаний, люди должны больше читать. Мы производим сегодня в год, наверное, около 200 книг, которые востребованы, которые расходятся и покупаются, и в библиотеках есть. Татарское книжное издательство выходит на новый уровень. Предлагается более удобный ресурс, реализуется проект в интернете. Это сайт, где любой желающий может заказать книгу или же почитать онлайн-версию. От учебного материала до художественной литературы. Некоторые экземпляры переведены аж на 15 разных языках. Ильдар Сагдатшин на своем примере поделился, как могут увеличиться продажи в книжном издательстве. По его словам, в этом никаких сложностей нет. Главное – правильная подача. За небольшой промежуток времени генеральный директор издательского дома поделился своим профессиональным опытом и ответил на все интересующие вопросы студентов. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.